Здорово, бойцы, на связи Флэс. Итак, бои с подписчиками. Играю против какого-то ретарда на карте Зимние поля. Выбрал случайную нацию, мне выпали ветераны Восточного фронта. Прям какое-то проклятие уже, потому что как не выберу случайную нацию, так сразу ветеранов дают. Так, кое-что мне здесь надо подкорректировать, и думаю, что нормально. Так, ну, пару раз я играл на этой карте, в принципе, ничего сверхнового я здесь, наверное, для себя не увижу. Посмотрим. По рангу он такой нормальный. То есть, явно не новичок. Так, а он играет, кстати, за обычных немцев. И я боюсь, что этот вот там его гренадер может меня сейчас перекидать. Так, ну ладно, я пока что кучкуюсь. Это не очень хорошо, но... Да. Еще хуже я кидаю гранат. Короче, что-то не очень хорошо. У меня здесь все начинается. Так, а еще бы вот это вот место. Да, я помню этот холм. Такой очень важный. Его бы занять по-хорошему. Так, сейчас у меня эта суета пройдет. То есть всегда, когда при записи начинаю записывать, у меня всегда такая хрень. Так, сейчас под пулеметчиком вражеским будет не очень, конечно, комфортно. Пусть меня парни там фокусом пытаются по нему попасть. Вроде бы даже получается раз через раз. Так, ну-ка, покажись. Ну, он же здесь или нет? Ладно. В таком случае флаг буду забирать я. Так, я забыл про вот этот флаг. Про все на свете забыл. Здесь еще поставлю. Так, нет, он мне все-таки закидывает. А, у него, кстати, гренадеров-то поменьше, чем у меня. Мне надо было этим пользоваться, но теперь уже поздно. Ну, отлично, просто шикарно. Люблю такие моменты. Даже сказал, обожаю. Так, ну, что-то он не очень все хорошо складывается. Особенно вот это, если брать в расчет. Так, ладно, нужен пулеметчик, причем срочно. Этих я уже не вырежу здесь. Но, на самом деле, ситуация реально становится все менее красочной для меня. Так, давайте по вот этому работайте. Ну, а вы, парни, давайте потихонечку продвигайтесь. Этот хотя бы флаг-то мне уж обязательно нужно захватывать. Так, ну ладно, с пулеметчиком здесь попроще, конечно, будет. Я его пока что здесь придержу. Но этими ребятами попробую продвинуться к центру. Пора бы уже, пора воевать. Так, ну вот проблема в том, что он уже здесь этот район занял. Я не знаю теперь даже, как выкуривать отсюда его. Так, ладно, возьму легких разведчиков. Мне хоть какая-то пехота нужна. Для массовки. Так, куда это? Побежал он. Отлично. Мои просто отказываются стрелять. Так, ну, не, видно. Видно, что опыт есть. И, ну, это просто стрелец, мои не стреляют. Так, ну, мешает, конечно, сильно тот пулеметчик. У меня вроде бы так по счету не все плохо, но я убиваю у него в основном обычных пехотинцев. Не знаю, суета у меня пока что. Не могу ничего такого сделать складного. То гранаты не летят, то пехотинцы не стреляют. Гранаты опять не берутся. Так, никого здесь нет. Ну да, а когда удачно закидываешь, они не убиваются. Удачно. Этого я удачно словил. Так, ну человек дрель, конечно, вовремя. Сосед, точнее, дрель. Проснулся вовремя. Так, пулеметчик, пора бы уже, слушайте, поставить его сюда. Так, ну вот еще пару ребят. Этого, скорее всего, сейчас грохнут, поэтому я не знаю даже. Наверное, можно уводить. Так, как бы лучше это здесь расставить, раскидать. Ну да, он просто решился на гранату бросить. Отлично. Не так уж все и плохо. Так, как бы выбить этого пулеметчика? Здесь прям все печ... А, все-таки он решил снайпера взять. Ну, до свидания тогда, слушай. Раз ты у нас тут снайпером воюешь. Да, слушайте, снайпер-то это засада. Чем самое настоящее. Он еще играет за немцев. Если снайперов-то может быть сколько угодно. Пулеметчик у меня здесь в открытую валяется. Не знаю, пока что я начну с бронемашины.
На этом я что-то чувствую закончим. Вообще, конечно, пробиваться здесь через центр не самая лучшая идея. Может быть, стоит право атаковать его. Так, похоже, там он что-то взял. Чего бы там злого не было. Возможно, кстати, пушку взял. Ну, я бы на его месте пушку взял. Ладно, пока что поубивать здесь кого можно. Так, троечка, да? Ну, троечку еще можно как-то пережить, но вот мешает сильно снайпер мне. Вот. Я бы, конечно, хотел его выбить. Я только не помню, сколько дистанции пробивает троечка меня или не пробивает. Ладно, короче, пора откатать. А, все-таки пробивает. Слушайте, хреново, прям хреново. Не знаю, что делать. Пока что чинить буду. Но снайпер, конечно, сейчас сильно мне задачу усложняет. Даже не знаю. Здесь нормально все. Здесь тоже вряд ли он проскочит. Я имею в виду какими-нибудь спецназовцами. Ну, я прям даже не знаю. 3 минуты слишком долго. Мне танк какой-то нужен. Так, он уводит свой танк. Пехота сейчас не могу играть из-за снайпера. Блин. Какая-то не очень хорошая ситуация. Четверку взять. В идеале, конечно, хезер бы неплохо зашел на начальном этапе. Но это сейчас будет блицкрик на мое левое направление. Вот что я могу сказать. Да. Но оно так и есть. Так, господи, какие же имбецилы у меня там сверху живут, вы бы знали. Но сейчас не эта проблема. Сейчас главная проблема в том, что я что-то не могу вытянуть инициативу. Ну, придется четверку брать. Возьму сразу тогда штрафников, пока не буду рыпаться ими. Надо уничтожать танк, потом от этого я буду уже плясать. Да, ситуация недобрая. Так, далее 120, нужно смекнул и тоже отъезжает назад. Так, отлично, все. Не уедет. Ну да, и не появится через туман войны. Блестяще. Так, может быть, с этого момента и начинается та самая светлая полоса. Слушай-ка, давай-ка сюда вставай. Я боюсь, вот единственное, за что я сейчас боюсь, это за снайперов. У меня начинается всегда фобия. Это когда снайпер какой-то гуляет. Хотя бы если есть намек на него. А чё, в принципе, это? Надо в ответку взять, да и не париться. Потому что я более чем уверен, этот снайпер не последний в этом сражении. Но только единственная проблема, он меня и здесь начинает выбивать снайпером. Блин, как я ненавижу это. Видите, в чем дело? Я не могу еще играть дешевой пехотой, потому что дешевая пехота у ветеранов Восточного фронта, она ну никакая. Он меня сейчас вынуждает, провоцирует играть на левом направлении. О, слушайте, а вот это добрый знак. Это прям добрый знак. Так, как бы успеть-то все. Пока что попробую таким образом высмотреть его. Так, нет, показывать я его пока что не буду. Ведь в чем проблема? Он меня здесь начинает атаковать. Твою мать, а. Ладно, все, прорвась на правое направление. На центр, имею в виду. Так, гренадер он сразу уводит, потому что страшно за гренадера стало. Левый флаг я не беру. Так, ну уже можно побояться. Бронебойщиков каких-нибудь. Сюда кину, этот флаг я беру. Так, 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 так. Парни, какие-нибудь только не снайпер, давайте сюда. Мне какая-то массовка здесь нужна. Так, возможно, нет, это я деревья пошевелил. Так, это снайпер, что ли?
Ну, вон он. Он сейчас чисто снайпером играет. А я играю чисто танком. Ладно, я пока что буду тогда извлекать из этого какую-то пользу. Ломать укрытия всякие. Ну так уже, конечно, нельзя. Тут, возможно, бронебойщик есть, но я просто хочу. Хочу. Это я стрелка грохнул. Мне от этого ни холодно, ни жарко. Так, ладно, я рискну тогда. Отлично. Люблю спотыкаться об невидимые стенки. Неплохо. Я расчистил, только я там какой-то видел там. Ладно, выезжаю отсюда. Центр я, кстати, взял тем временем. Так, ладно, я все-таки пытаюсь этими легкими разведчиками немножко развеять. Штука-то не очень хорошо. С другой стороны, может быть, это будет его каким-то образом отвлекать. Вот так вот буду судить. Но на атаку уже правого фланга мне, наверное, сил не хватит. Так, ладно, грохнем пулеметчика какого-то там. Я вообще-то не буду. Погнали здесь. Может быть, я поймаю его в конечном итоге. Ну, рискую. Я просто надеюсь, что он не пробьет меня. Надеюсь. Ключевое слово нафиг. Надеюсь. И что мне теперь брать? И теперь я опять подставляюсь еще помимо этого снайпера под... под штуг. Да, некрасочная ситуация. Ну, этот меня под пулеметом решил пробежать. Кот, что ты делаешь? Тише, ложимся. Ну, у меня пехота просто не стреляет. Не знаю, что с этими инвалидами не так. Все, лежи здесь, очухивайся. Я не знаю, что мне сделать, что мне взять СВГ, но не знаю я насчет СВГ. Счет совершенно нерадужный. Так, ладно. Буду ловить снайпера, что мне остается делать? А, опять блицкрик, что ли? Да что ты делать-то будешь? Так, ну Хедзер будет ли лучше? Вот хороший вопрос. Уху-ху-ху-ху. Ладно, я возьму трофейку на свой страх и риск, но... Надо было бронебойщика взять, да и не париться. Трофейка что-то у меня не поехала. Что-то прям прицепился. Здесь по возможности давит меня. Так, ну он услышал, наверное. Это едет, собирая все деревья. Этот, в чем мне стоит там. Ладно, до флага он не доезжает, и уже хорошо. Расступись. Уничтожить, конечно, и неплохо уже. Прям неплохо было бы разобраться со штугом. Так, ладно, рискнем. Отлично, отличный риск.
Я просто еще рассчитываю на то, что я стреляю сверху. Из-за этого я могу попасть в очень удачную проекцию. Так, ладно, все, пока что забываю об этом. Мне надо сначала бы взять флаг. Так. Давай-ка заползаем. Ну, найс. Так, егеря. Вообще, у меня так уныло все. Я даже не знаю, как это описать вам. Приходится молча играть, потому что приходится напрягаться. Да, вы понимаете, кого я тут высматриваю. Так, стоп, а вот сейчас, возможно... А, я еще и без панели играю. Так, а где мой снайпер? Вот он, да? Вот сейчас просто есть вероятность того, что он может выставить снайпер. Просто взять и выставить. Танк чинится, докинем до кучи туда еще танкистов. Ладно, давайте грохнем этого гренадера, задолбал уже. Слепоглухонемые снайперы мои. Несчастные. Так, все. Божественная, да, игра? Так, а, черт, я же, взяв 34-ку, отказался от СВГ. Досадно. Ладно, я выставлю своего пулеметчика, хотя неплохая, наверное, идея. Отлично. Я люблю, когда они встают и перезаряжаются, в то время как я хочу взять гранату и кинуть ее. Хотя кидать-то не в кого. Так, ложись. Ну что ж, ладно, давайте-ка СД-шкой попробую здесь. А вообще, я тоже попробую его провоцировать легкими разведчиками здесь. О, да, снайпер появился. Давно у тебя не было. Уже давненько. А, стоп. Я надеюсь, что это не с правого фланга он там меня бьет. Блин, ну чушь собачья, вот серьезно. Будем сейчас друг друга высматривать. Ага. Ё-моё. Замечательно. Просто превосходно. На этот раз он добивать будет. На свои же грабли наступать тоже не будет. Бодаться со штугом вот на открытой местности — это затея не из самых приятных. Так, еще один гренадер. Тоже буду вышибать пулеметчиков, что остается делать. Это у меня есть. Ладно, нет, я буду сейчас просто ждать снайпера. Или убить его. Ну видел же я, как ты бегаешь там. Не понимаю, просто я понять не могу, где он. Почему я его не вижу? Или он здесь где-то? Фолькштрум. Фолькштрум. Замечательно. Опаньки, опаньки, на трак его поставил, да? Да. А это значит, что у меня появляются неплохие возможности в плане того, что объехать. Ну куда ж ты едешь-то вперед? Так, давай-ка.
Пробуем, пробуем. У меня, конечно, мало времени. Трак чинится удивительно быстро всегда. Но это использовать возможность, конечно же, нужно. Подкалиберный разряжу сразу. Сразу. На этот тип сразу же исчезнет. В старых добрых традициях. Игра, пощади, пожалуйста. Куда он исчез? Ну, отлично, отлично. Супер, просто... Подгорает потихонечку. Что, если еще разочек натрак его? Такой роскоши, наверное, уже не будет. Теперь-то у него больше шансов пробить меня. Что, собственно, и происходит. Да ладно. Короче, все. Надо разбираться с этими трудностями. Ну, хотя бы такими методами. Тоже не шибко. Так, ну... Починиться только я не успею. Но еще мне в любом случае понадобится... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Никого же здесь нет. И у меня бронебойщиков даже нет. Гребаный ветеран Восточного фронта. Он же еще и за штукой сейчас поедет. А у меня очков нету. Хотя сейчас уже появится так. Найс. До конца, до конца. Ну и все, походу это до свидос. Словил меня, конечно, знатно. Не знаю, что делать. Поеду. Хотя бы на это хреновень. Но по очкам все это до свидания. Понабрал нафиг штук всяких, трофеек. Надо было сразу СВГ взять, да не париться. Ну, ладно, хоть что-то выиграл из этой робкой ситуации. Погнали опять дохнуть от снайпера. Понимаю, что весело. Угу. Не пришлось долго ждать. Так, а он же даже не использовал еще специальные очки, да? Вообще просто фуфел. То есть он может сейчас взять... Тигра-ветерана, и... Ну, тигра-ветерана, это будет вообще весело. Красота. Не игра, а сказка. Ну, он меня вот так вот, в принципе, и вырезал вначале, чтобы вы понимали. Из-за этого я взял этого снайпера, сейчас делаю то же самое. Как же плохо-то вышло с этой, со штукой, компании. Не успел даже. Бронебойщик. Ну что? Какая чушь, вы не представляете. Ну, а что вы не представляете? Вы видите все прекрасно. Ползешь к центру, захватывает центр, чтобы хоть как-то
не знаю, спровоцировать на агрессивную игру на... Так, ладно, давайте хоть флаг возьму, хоть как-то развеять эту нынешнюю обстановку снайперскую. Меня еще просили делать снайперские дуэли. Отлично, я еще ямки делаю. Да. О, все, грохнули моего снайпера. Все-таки... Все-таки нашел он моего. То есть он теперь развязал себе руки по-настоящему. А я нет, я все так же буду сейчас дохнуть к нему. Ладно, я буду до последнего грызть, но... Воевать, когда ты знаешь, что у врага в резерве еще столько очков. Не очень. Ты осилишь это дерьмо. Ты сможешь попасть. Только это надо было делать сразу. Надо было, кстати, сразу ямку здесь делать, да и все. Может быть, очков бы сейчас побольше было бы сохранено. Короче, жду. Жду чего-нибудь от него. Что-то должно появиться. Да-да, ожидаем. Ну, как воевать с этим, я, честно говоря, не знаю. Есть у меня вот такой план, но это настолько унылый план. Но выбор, есть ли у меня выбор? Нет у меня выбора. Как бы флаг — это единственная надежда. Ладно, попробуем реализовать эту надежду. Тихо. Не стреляй, самое главное. Сразу разверну тебя. Самое главное, чтобы он не разнес меня с одного выстрела. А еще мне надо знать дистанцию. Надежда зажглась. Но снайпер, собака, ты женского рода. Как же ты мешаешь просто своим психологическим присутствием. Хоть немножко реабилитировался за бездарно потерянный СВГ, кто он, штуку. Он просто убежал. Так, ладно. Тащу, значит, флаг сюда. Попробуем что-нибудь сделать. Попробую сейчас подавить его пехотинца. Может, поможет. Я сейчас буду сильно бояться еще атаки на направление мои, потому что это сразу же выбит меня тоже с колеи. О, как. Ну, в принципе, пусть он садится. Мне ни холодно, ни жарко от этого. Наоборот, там убил кого-то даже. Давайте тащить. Главное теперь, чтобы он арту не взял какую-нибудь. У него так-то очков тоже не сильно много, но все равно, наверное, что-то да может взять. Решила взять гранату. Побежал вперед. Убей его, убей, у тебя штурм, Гевер. А у него ничего.
Эти как-то хаотично таскают пушку. Так, ну пулеметчик долго так жить не будет. Немножко постреляли и все, спрятали. Наверное, хватит. Сейчас будет перетягивание канатов, причем бесконечно это затянется. Сейчас готовьтесь. Технику использовать он из-за моего флага не может. Пехоту в как бы в 100% объеме я тоже не могу использовать из-за его снайпера. Вот и будем сейчас смотреть друг на друга, как идиоты. Если он, конечно, сейчас что-нибудь не придумает. Артиллерия бы у него безупречно зашла. И я уже ничего тогда не смогу сделать. Просто без шансов будет. Хорошо, что у флаков фугасов много. И хорошо, что он под деревьям попадает. Чуть ли не безупречно. Фугас не убил пулеметчика. Здорово. Слабенький фугас. Ну да, мы знаем. 88-миллиметровый калибр он такой. Так, я возьму тяжелый пулемет. Оттуда будут выбивать. Да хватит тебе вставать, ты рыцарь, который принимает присягу и вечно встает на колено. Ух. Чувствуете, да, накал страстей? Так, первое движение. Значит, будет атака здесь. Опа. Ну да, в принципе, так даже проще. Навесной танк. Что-то забыл я про эти навесные танки. Конечно, не нужно мне... с навесным танком я никак сейчас не повоюю. Можно попробовать разведку взять и надеяться, что она как-то удачно зайдет. Но сейчас просто навесной танк со снайпером меня так будет раскидывать, что... За дерево встанем. Дерево, может быть, спасет какое-то время меня. Так, да до пумы-то я не доживу, если честно. Можно разведку кинуть. Ну, а кого там кидать в разведку? Все здесь видно, все на ладони. Классно. Уже попадает. А, это у меня. Так, ну а что, если все-таки попробовать проползти? Я вот не знаю, конечно, как у него по пехоте. Так. Не. Тут все мощно, да, да. Не получится проползти. Ну не, я ничего не могу сделать просто навесному танку. Ему ничего сейчас просто делать не надо. Сейчас навесной танк для все сделает. И хоть снайпера ставь. Ничего не могу сделать. Ошибка, конечно, была. СВГ. Не СВГ, а штука. Просто тотальная и радикальная. И еще очень много прилагательных. Ошибка. У меня давит уже дешевая пехота, и я даже не могу дешевую пехоту отбить. Ладно, у меня здесь штрафник, он есть. Сейчас я буду просто отбиваться. Нет, это уже просто смешно. Форвард!
хоть закрывай, серьезно, потому что для меня здесь ничего не складно. Я попробую сейчас до разведмашины докопить. Это единственная такая возможность. Но он уже вон аж куда прибежал. Все, доколотил мой тяжелый пулемет. Так, бронебойщик у него здесь, я помню, лежал. То есть мне выгоднее, наверное, по центру или... Не знаю. Даже улья вообще до пумы. Дорогая тоже пала. Так, пулеметчик, давай-ка сюда бегим. Красиво. Снайпер выставил. Пощады не будет. Погнали. Одно попадание от этого навеса. И нет моей пумы. То есть мне в любом случае сейчас надо на везение как-то пытаться прорваться. У него же еще и бронебойные снаряды есть. Ай, твою мать, как же все уныло уже смотрится. Прекрасно. Прекрасно. Фух. Господи. Нервов так не хватит. Так, ну проблема в том, что он еще и этот СДшку взял. Что невозможно воевать против противника, у которого такой перевес по очкам. Он на любое мое возьмет другое что-нибудь. СДХ. Теперь ее надо победить как-то. Выигрываю СДХ, еще что-нибудь у него появится. Опять не стреляет. Чё с ними не так? В упор командира танка. Что ж там за командир танков-то? Вот этого сейчас пулеметчика грохнет снайпера. Я ничего не смогу это как повлиять на это. Погнали искать эту СДшку. Она не пробивается в лоб. То есть мне нужно по-любому искать проекцию типа бортовую. А была такая хорошая возможность, если бы я эту пуму увел, но я отвлекся там на что-то, я даже не помню на что. Сбиваю флаг, грызусь до последнего, моя тактика изначальная, точнее после того, как я потерял все свое. Ждем. Неплохо, неплохо. Сюда можно огнеметчика взять. Но я не могу сбить. Я не могу сбить этот флаг. Мне времени уже, наверное, не хватит. Этот гад не хочет брать пулемет в руки. Да что ж за инвалид это? Так. Успею, нет? Он меня встал на колено. Типичные риски рыцари. Так, огнемет, наверное, пусть на центр дует. Тихо, нельзя, нельзя. Эх. Да мне чё, мне здесь нечего брать. До элитных снайперов не дожу. Где пехота-то вся? Там пулеметчик меня уже кроет. Verstanden.
Нет, этот гренадер сделал. Ну, еще плюс еще одна атака. Ну, нет, я по очкам все уже не успел. Я как бы сделал максимум свой, все, что мог. Но потеряно тогда было многовато. Мало того, это еще и гренадеры. Да. Так, ну что ж, поражение. Я не считаю, что прям-то, конечно, сильно разгромное. Я свои ошибки в какой-то степени исправил. Но ошибки, конечно, колоссальные. Это потеря. Да и вообще, в принципе, зачем я брал эту штуку, я и совсем тоже не понимаю. Про снайпера говорить ничего не буду. Это смотрите сами. Я теряюсь просто вот из-за этого, что я был вначале сильно потерян. Меня этот снайпер заблокировал все действия пехотой. Даже не то, что он там меня крыл постоянно, просто присутствием своим. Вот я думал постоянно про него и забывал там про какие-то важные детали. Например, про танки забывал. Вот что я там... Ну, танками тоже неграмотно воспользовался. Возможно, и потому, что просто танки были не ахти все же. Это ветераны Восточного фронта. За ветеранов Восточного фронта нужно было брать хедзер. Вот что я понял к этому моменту. Флаг хорошо зашел, но надо было уводить. Это что, она штуга добила? Неплохо. Фух, ладно. Во всяком случае, неплохо, потненько. Вот что мне понравилось. Многого научили, вот, научили побеждать меня. Самое главное, что тебе тоже удачи и спасибо за игру. Ну что ж, а всем остальным, кто смотрел это видео, тоже желаю побед. Желаю не допускать таких грубых ошибок, как я. Можете мне даже не писать, какие здесь я ошибки допустил, как я здесь ничтожно сыграл. Я знаю, я прекрасно это понимаю. Вот, я анализирую это со стороны, это постоянно пересматриваю, а здесь я еще это воочию лицезрел во время сражения, поэтому такие вот пироги. Ладно, давайте еще раз результаты, что он там брал, не брал. Он ничего здесь не брал, а по сути-то элитная пехота, вот этот пулеметчик. Ну вот, третья минута снайпера взял и все. И неплохо все у него пошло. Потом... Я бы не сказал, что он прям много чего-то брал. Просто юниты качественно подобрал. Чего не скажешь про меня. Меня здесь просто из-за суеты я здесь понабрал целый набор. И в итоге не смог собрать качественную мозаику вот этого вот достижения победы. На связи был Флэс. Конец связи.